Отбивай уровень под первый ряд. Поскольку я один и неудобно, то я решил каждый угол, вон там, здесь, там, там и там, забить колышки. Теперь к колышкам привязываю водяной уровень. И по необходимости либо вниз, либо вверх. Так с каждым углом. Нашел каждый угол уровень. Теперь нужно промерить расстояние от точки до цоколя и найти самый высокий угол. У меня оказался вон тот самый высокий. Перепад по всему цоколю 1,5 сантиметра. Теперь будем кидать первый блок с того же угла, самого высокого. Вот есть первый блок. Теперь нужно замерить расстояние от метки до блока. И учитывая его, выставлять уже остальные. Угловых блока. И сразу натягиваю шнурку, чтобы поймать четкую плоскость, хорошую плоскость. Выставил все угловые блоки. Проверил все параллели, все перпендикуляры, все сошлось. И здесь уже по шнурочке начинаю первый ряд тянуть. У меня есть два непрямых угла. Я их буду делать следующим образом. Делаю зарез, как мне надо, под нужным углом. Выставляю его и этой же ответной частью, которая осталась, разворачивать и ставить буду вот сюда. Все прекрасно тогда сходится. На этом углу точно так же.
Для удобства шнурку просто продеваю в кирпич и завязываю. Совываем первый ряд. Закольцевали первый ряд.